Земельный участок и денежная премия. В Буйнакске чествовали обладателя серебряной награды молодежного первенства мира по боксу Чиэрова Шалаева. Торжественное мероприятие прошло на центральной площади города, где собрались около 500 болельщиков спортсмена. Ашалаеву желали не останавливаться на достигнутом и идти к олимпийским вершинам. Глава муниципалитета Исламудин Нургудаев вручил молодому земляку документы на земельный участок в одном из перспективных районов, а также денежные премии спортсмену и его тренеру. Материальные поощрения и подарки также выделила Федерация бокса и другие спонсоры.